Дождем размоют, да. Зимой уже, наверное, не будет. Ну, там, намочат, да, потом, замерзнет. Оно все растает, когда весной все, все поплывет. Ну, хоббит отвалились уже, да? Но они все равно скреплены каким-то. Бывает, не знаю, чем. Острый маленький. Обезьяны. Много-много диких обезьян. А, не слышу, не вижу и не говорю. Указательно, да. Как он называется? Очень просим, берегите труд. У нас в Екатеринбурге проводят целый фестиваль летом этого песка. И на площади, там, ну, там, да? На берегу реки. Сколько они стоят? Ну, они обычно все лето стоят. Угу. То есть, ну, их убирают. Ну, убирают, как разваливают? Да, ну, чтобы не было мусора вот этого. То есть, кто там теряет. Ну, сфинкса тоже надо. Чего, как мусор. Будка там что, где деньги платить было куда-то? Люди же многие приезжают не на скульптуру, кстати, а с людьми пообщаться, которые строят. Поэтому это целый фестиваль, праздник целый. Не, ну, будка нас... явно стоит, нас... явно под то, чтобы там деньги брать. Ну, может быть, пирожки продавать. У нас, например, в этом... В школе есть такая традиция. Каждый год выпускники на аллее выпускников ночью пишут надпись на память школе. И все знают, что ночью перед последним звонком выпускники придут. Так, из песка и воды без использования каркаса начал делаться опалубка из нескольких ярусов. Трамбуется мокрый песок, потом скульптура сверху не свисается, детали скульптуры. Когда скульптуру ее обрабатывают раствором воды, клеем ПВА, в течение нескольких дней раствор впитывается, образуется пожарно-защитный слой. Вот. Так, 15 скульптур за 7 дней. Нормально. 4 дня без суток. Все, пошли. Пойдем. Вот, и очень много людей приходит посмотреть на то, там, как мы ночью такие с краской, с ведрами. Школа закрыта, через забор перелазим и пишем. На школе? Нет. На около школы уже асфальт все сделано. А что пишете-то? Ну там, прощай, школа. Мы будем школу. Шли все нахер, да, там. Учителя там, факт, да, там. Нет, не писали. Радость. А, мы написали. Школа закончилась, наконец-то, это пытка. А мы написали. Свобода. Школа готовит вас к жизни, которой не существует. Жизни не существует? Школа готовит к жизни, которой не существует. Жизни такой не существует, в которой школа готовит. А, то есть вы уже на тот момент понимали, а я еще вообще ничего не понимаю. Мы писали в 11 классе, только школа. Нас потом ругали очень сильно за это. Демотиватор учиться вообще. Так пора закрывать. А мы еще, знаешь, как? Не белой краской, у нас не было белой краски. Черный. Нет, у нас у одноклассницы папа работал дорожником. Гудроном. Нет. И у них, ну знаешь же, есть желтые полосы краски. А светоотражающие. Ее же очень много, желтой. Больше же белой используется, желтый только в ремонте. Ну вот он нам желтой краской, мы желтой краской написали. Вандализм, блин, да? На самом деле... У меня как папа приехал, как увидел, как ахнул. Он за мной ночью приехал. Ну что, красиво хоть получилось? Получилось-то красиво. У меня, кстати, раньше даже есть где-то фотки. Так, по-моему, это...
нет. Молодые девчонки ведутся на все это, раздают. Ах, вот почему ты болтал первую нашу встречу. Да блин, все же ведутся на болтовню. Женщины же ушами любят. Ага, а в кафе за меня не заплатил. Я же говорю, не на деньги, а на болтовню. Ну и все равно, то есть, получается, твоя болтовня не подтвердилась твоими действиями. Сработало же. Ну-ка, покажи. А если бы я разбазаривал все, ничего бы не осталось. Вообще-то и так ничего не осталось. Так все равно же разбазаривал. Не буду говорить с кем. А, с твоей любимой? Ну, любимая там, может, моя, но трахаешься-то с ней ты. Пипец. Ни разу не трахался, теперь уже всю жизнь. Блять, интимная связь у вас была? Да идите вы, блин, со своими интимными связями. Ты мороженое любишь? Я тоже люблю. Да, однако ты его не покупаешь. Даже если любишь. Кстати, я хочу мороженку. А нету? Есть. Так, все, я включаю.